Маршрутка полна. Он ехал, командир. Пофиг, под колодец, поехали. Давайте расскажем историю пока что. Ну так вот. Ну так. Я ей не говорю. Бегу я. Хорош, тормози, ЗБ. Не надо, не надо. Давайте до конца, мне вообще пофиг. Окей, гоу. Вообще пофиг. Сейчас там файт, походу, серьезный будет, да? Surprise, motherfucker. Так. И все, и на базе. Surprise, motherfucker. А сейчас таверну улетит. Как вы так делаете, хен? Боже, шок-контент. Ух, это будет жестко. Ребят, всем привет, с вами Хеназис, и сегодня я предоставляю вам для вашего внимания очень прикольный, интересный видос, который тоже не оставит вас равнодушными и заставит хоть немного улыбнуться. Ребят, обязательно поставьте лайк, если вам понравится данное видео, и не забывайте, что на моем канале вы можете увидеть много такого фанового контента, а дальше будет лучше. Всем приятного просмотра. Так, у нас есть вот Шамон Ю, она может на алхимика подсесть. Можно постакать, постаганим. И поехала. Бой. Бой. Боже. Гадем. А может, 3 в 1? Что? А может, 3 в 1? Что 3 в 1? Блин, так страшно это от девушки слышать. Нет. Боже, нет. 3 в 1, может, да? 3 в 1! Дорогой, Барагуля и химик. Барагуля химик, да можно и это, в принципе. Гуля аганим вообще классно заходит. Гоу, я Найкса тогда возьму, как обычно побегаю. Кто там? Чего задумали бара... еще раз? Баратрума бери, твое время пришло. Оу-джия. Где не хватает Баратрума? Да. Короче, идем на верхнюю руну, будем драться сейчас за руну. И мы на топ, Антох, наверное, пойдем. Только единственное, химик у нас будет без стаков. А химик пойдет мид вообще? Вообще желательно химику мид. Но можно химика низ, химик низ. Го химик низ. Я к тому, что брать мне веном или не брать. Бери, роумить будем. Не обязательно писать. Просто плау. Лизерин in the steals. Steals. Stealth. Stealth assassin. Невидимый боец. Так, химик. Так, не. Зачем? Зачем рубить? Одну веточку я срубил, все, теперь нас видно будет. Ладно, выходим тогда сразу на руну. Выходим на руну. Без стрима, да, да, да. Да ладно, они не заберут у нас руну. Но тини главное, чтоб не забрал. Самое главное, это своего тиммейта бояться. Все, хорошо. Отлично. Так, тогда чё, иди низ. Антоха, чё, тебе нужно будет немного постоять, поромиться. Мы... Я постараюсь химика заспейсить немного. Буду попутно в лесок уходить. Но я левел возьму чуть-чуть. Аппарат. Так, я мид, что ли, пойду? Ну, иди мид, если дают. Иди мид, на экспе будешь. Мы тут нормально постоим с химиком. Хорошо. Ну ты фармишь, если чё. Как же меня бесит вот этот народ. Такой неприятный персонаж. Ну, а кто любит приятных персонажей? Я могу тут за ноги нормально кусать их. Куда ты крипов унёс? Я не увёз, я наоборот держу их тут. Ты тут сильно только не наглей, держи позиционку, потому что стан и поехала. Я отойду, пока лесочек погоняю. Если что, сейчас под тавером ацит и поехала. Просто зонишь ацитом. Так, что у нас получается на миду? Баратрумчик стоит. Слушай, ну я, если сапог возьму, могу, в принципе, выходить на убийство. На мидлейн. Второй левел сейчас возьму. Химику, конечно, орбов веном, это прикольно, наверное. Не знаю, в чем фишка. А в чем фишка?
знаю, деньги некуда было тратить. Щиток. Щиток бомжа и виллинг. Антоха, ХП отхиливай сейчас. Я несу себе фласку. Хорошо. Я сейчас выйду на мид. Ого! Братцы, кролики! У него там сентри на миду, да? Б, я понял. А мне видит. Как это приятно. Так, я мид заберу на топе руну и выйду в мид. Можешь отхиливайся, отхиливайся, Антоха, сейчас драться будет. СФ так уверенно стоит. Ой, зря ты так рано, наверное, я далеко. Да нет, я не хотел его убивать. Сейчас убить можно. Он близко очень подошел. Ой, какой относик. Проблочу. Хилку дать тебе? У меня есть. Давай. Я пошел дальше. Я дальше пошел. Че, алхимик тогда агоним фирстом тарит? Сапог агоним или как? А, я не знаю, как сказать. Типа агоним есть, то окей. Гоу сапог агоним тогда. Че делать? Окей. Интересно, а самому алхиму агоним нужен, нет? Ну, алхиму, если только на статы и все. Больше ему незачем. То есть ему никаких бустов агоним не дает? Ну, дает статы нет. Только. А так никаких фишек не дает. Что там у тебя с фармом? 1900. Ну нормально. Уриби. Ко мне Наруб зачем-то подошел. Фарми линию. Не трать время. На Нарубов всяких. Старайся микрить хорошо прям. Каждый крип это твой золотишко бонус. Один крип, два крипа это уже там сколько? 200 голды, 300 уже пойдет. Просто он уже стакается все. В доте 2 отлично вообще, там за своих крипов тоже золото дают. Уже, по-моему, не дают, уже пофиксили. Антох, да? Печально. Пофиксили же, Антох. Что? Что уже не дают золото за своих добивания. Не дают, не дают. Раньше было. Но она, получается, компенсировалась. Просто во второй доте за добивание крипа, за стандартного, то есть меньше золота дается, вот за обычного крипа. Чем тут. И в лесу, там в лес заходишь, там меньше фарма. Ну, чем по сравнению с первой дотой. Но там кемпов, по-моему, больше. А, ну это да. Плюс там шарун больше. Типа да. Че, разминаешь там, да? На относы байтишь. Вау! Добрый вечер. Я СФ, я Баратрум и мид сливаю. Здравствуйте. Да? Так, я стак. Надеюсь, успею тут стакнуть, но не успею. Забываюсь немножко. Так, побежали, братцы. Успеете отвестись? Надеюсь, успели. Да, отлично. Так, ну пока 4 стака есть. Ты фарми спокойно, прям ацит в наглую закидываешь, зонишь, прям фармишь как можешь. Го на топ, я побежу. Побегал, побежу. Понимаю. Побежу, побеги. Лайки был, оказывается. Мне кажется, там ты даже отлететь можешь. Почему нет? Тини. Так, он проказ слил. Что ты творишь? Ох, если б не вылетел, мне кажется, ничего б не получилось. У него его не было, что ли, маны? Или проказ-то не было? Не знаю, он, по-моему, его слил. Шамон Ю. Шаман Кинг. Чё не Шаман Кинг, рили? Шамон Ю. Ну, это типа, как тебе не стыдно? Шаман Ю, это позор тебе. Позор. Ох, этот Неруб все руны собирает, посмотрите на него. Я тебя тут подстакиваю. Тут стак есть, вот там стак будет. Сейчас я туда пойду. Там Неруб, смотри, на мидлайн вышел, Антоха, он с инвизом. Хотя он там, ну, он тебе помешает, но тебя вряд ли убьют, но он тебе очень сильно помешает. Сучка. Ты можешь сейчас, в принципе... А, там Тини в спине. Тини в спине еще. Друзья. Найкс говорит, друзья. Шами он ю. Шамиль, короче.
Шамиль ты. Шамиль ты. Так, ну что, есть. Стакаем. Да, спасибо. Спасибо, я не Шамиль. Тени за нас, нет? А. Тени за нас. Кто не с нами, тот под нами, как там говорится. У меня только в левеле очень сильно отстаю. Ничего страшного, сейчас фазы возьму, будет хорошо. Давай убьем его. Ну давай, гол. Побегай. Там вообще в легкую я подойду, опен дадам. Я помню, Антон, то самое... Слышишь, Антох? Я помню ту самую фразу. Этот. Баратрум мой любимый герой. Слушай, ты все это время... Ты реально помнишь это время? Конечно. Это же так давно было. Да. У меня был сначала Виномансер, потом Серж Хрисахаиди украл у меня этого героя и начал его пикать вместо меня сам постоянно. Криса, мне, да? Мне было очень обидно. И ты придумал своего героя. Я пересел, да, на Виномансера. На Баратрум. Чу, на Баратрума. Чё там у тебя, когда Аганимус? Можешь зайти в лес вот тут бахнуть. Там у тебя пока линия сильно запушена, пока нечего с линии брать. Если что, в лес ныряешь, очень простенько все. Там два крипчика ты на линии теряешь. Но с леса ты вытаскиваешь всех крипов. Вот линию тупо, есть такая страта, ты линию специально сам пушишь и бежишь на отвод на свой. И все пушкой. Самое главное, есть мом. Я ж могу, смотри, как делать. Вот прямо сейчас показываю. Давай, смотрю. Я снимаю. Скрытая камера. Давай. Баш, 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 баш. Тэшку на силу. Я чуть в лесу не сдох, пока за тобой следил. Я даун. Ну извините, пожалуйста. Чё ты там фармишь? Давай, давай. А надеюсь, я сейчас не сдохну. Оп, надо отхиливаться. Да не убьет тебя там никто. Хорошо. Сладенькие крипчики. Чё там, вроде Аганим уже, говорят, есть. Да. Можно будет сейчас... Да, у меня шестой есть уже. Как раз прокачаю. Беру кого-нибудь и поехали. У меня армата нету. Пока. Да тебе он не нужен. Твоя главная задача — это чисто сделать Аганима, а дальше уже сами как-нибудь... Вон, регенчик. Жучу. Регенчик, возьми регенчик. А, все, жук в инвизе, жук в инвизе. Он сюда идет, сюда идет, сюда идет. Инвиз, наруб, 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 наруб. Трип-тип-тип-тип-тип. Давай мне, Аганим. Аганим, давай мне, реще. Я тебя засуну в себя. Не успел. Ну, Е, я нажал Е уже и уже не успел. Так бы я успел запихнуть. Отвечаю. Чуть-чуть раньше. Печалька. Да. Я их зоню. Дашь вижен, я на них побегу. Так я зоню, смотри как. На спектру бегу. Кусаю, кусаю за ноги. Укусил. Сейчас по двоим даст. Нет, по одному даст. По мне не попадет никогда в жизнь. Куда? Иди сюда, мой кусочек няшненький. Хорошо. Че, Антох, го на базу, из базы поедем втроем. Давай. Так, стой на месте там. Алхимик с сапогом. Стой на базе. Сейчас мы придем. Сейчас мы придем. Эсфейс лил. Мид. Барять рюму, да? Так, у нас там есть алхимик. Спит он, алхимик там. Барри. Барри мид слил. Так. Это первый момент. Чпоньк. Это второй момент. Чпоньк. Убирайте. Поехали, поехали. Поехали. Полетели. Так, надеюсь, он там не сдохнет раньше времени. И все вылазим, как только Баратрум достигает стана.
Алхимик сидит. А, подожди. Я же могу алхимика тоже выселить. Ты хоткей потерял? Нет, я думаю, я вылезу вместе со всеми. Ты нет, там по хоткею вылазишь. Там по хоткею. Но я, если что, тоже могу вышвырнуть. Я этого не уследил. Я тут. Я не вылезаю. О! Добрый свет. Хорошо. О, привет. Ты кто? Иллюзион. Че, мы гоп-контроль вот так толпой будем бегать? Че, у тебя по мане, да, просадка, Антох? Да. Аппаратусу бы. Аркану. Блуат. Это иллюзион. Я жду твою ульту. У меня есть все. У меня только ультимейт основной остался. Да, у нас баратрума надо. Но мы с барой можем на базу сходить. У тебя есть ТПшка, да, Антох? Сейчас, подожди, нет. Тогда я беру с собой. А, да бы даже аппарата можно взять. А, ну он вылезти может. А у нас 100% химик не вылезет. Зря ты так рано. Я хотел с тобой залезть, чтобы с тобой ТП и на базу. Чего, блин, тупо. Понял. Сейчас я бегу. Ну я хотел купить. Ты можешь купить, да. И он соберется внутри. На низ побегу сейчас. Сейчас. Иду, Антох. Полетели. Мяу. Килл любого. Блин, дастов нету. Будем надеяться, что сбреем его за стан. Да, мы его снесем просто. Там столько дэмэджа будет сейчас, когда вылазить будем. Привет, Слардар. Он все поотражал, понял? Карапасом. Это была засада, слышишь? Это была засада. Ох ты какой. Так, алхимик есть, можно поесть. Антоха, а, ну ладно, ждем тогда ультимейт. Я могу, в смысле, тебя хилить со своим ультим. Но мне надо хп просаживать тогда. Хорошо. Крипов. Боже, такая наркомания. На мид побежим? У меня ульты нет, 39 секунд. Давайте я сам. У меня маны нет. Я сам. Ну можешь это там, леса погонять пока кдэшится. Пока кдэшится, короче, вылазки никакие не делай. Думаешь, затолкаешь его? Ну если Неру вот так будет, то я не обращаю внимания. Такой ла-ла-ла-ла-ла. Такой, знаешь, идет там, это, свистит, короче, понял. О, боже. Так, я на базу тогда ТП делаю, сейчас полетим. 8 секунд. Его вот так вот сделаем. Я тоже на базу, подождите меня. Алхимик идет там такой. Давай встретим ее. Погнали. А, подожди, тебе надо сначала ее забрать. Да. Я бы так, знаешь, на ходу бы так, знаешь, шлепаю, если бы можно было. Боже, ну это, конечно... Не-не, шлёп не надо. Оу май. Оу май. Сейчас ману зарегеним, подожди чуть-чуть. Зайдем на колодец. А мне ману зарегенить. Как? Все, поехали. Ты регенишь ману сейчас. Не на кого. Давай покурим. Маршрутка. Давайте поговорим о жизни пока. Маршрутка полна. Он ехал, командир. Пофиг, под колодец, поехали. Давайте расскажем историю пока что. Ну так вот. Ну так. Я ему не говорю. Бегу я. Хорош, тормози, ЗБ. Не надо. Давайте до конца, мне вообще пофиг. Окей, гоу. Вообще пофиг. О, боже. Я, если что, тебя запихну обратно, Антох. Все, алхимик... Не, алхимика надо запихивать. А я не могу! Я почему-то не смог запихнуть обратно, слышишь? Меня убили. Васи. Сейчас, я уйду отсюда. По-моему, нет. Иду. Я почему-то не смог алхимика запихнуть в себя.
Типа в комбате, что нет, по идее можно сейвить. Насколько я знаю. Юроди. Юроди. Ну так вот. А, боже. Го, я готов. Оп, шапалах тавара прилетел. Так, кто там? 6 секунд, да, алхимик? Поехали. Так, надо 4. Трихимару. Дасты? Есть. У меня тоже. Я сразу залазю, можно ехать в лес, куда угодно. Готовы? Да! Цель вы знаете. Можно Рикимару, можно. Я не расист, конечно, но... Ну, так что там? Ну так вот. Короче. Давайте постоим вокруг него, покрутимся. Поблочим там. Загрызли просто. Меня-то за что это тауэр бьёт? Так, хилься, врубай ульту-то. А сейчас таверну улетит. Как вы так делаете, хен? Боже, шок-контент. Не сейчас тебя Рикимару взбреет, лучше хилься. У меня есть ульт почти. Почти. 50 секунд еще. Давайте пофармим пока, пока КДшки. А так можно вылазками. Прибыл. Как вы так делаете, хен? Ты не заинтересовался. Там, кстати, можно вардик поставить. Я пойду вард ткну. Гоу, я вот так вот сделаю. Тут прикольная наркомания. Легкая. Легкая 85-й карты на... О, монетка. Ой, я забрал ее. Спасибо. Давайте на него. Чаржись. Я со спины подойду. Ты, блин, не вижу. Вижу. Срублю деточку тебе. Все, понакидали ему туда. Так, чё? Я готов. Забираю с собой алхимика, да? Поехали. Можно кил любого, ЗБ. Просто вообще на низ, на этого. Давайте я ТП сделаю. И, короче, вот так. История такая. Говорю, так денег нет. Я не вижу, рано ты начал историю. На проезд передать. Вон, там любого вообще. Я видел черного. Вон, гоу, черный. Полетели. Говорит. Сейчас там файт, походу, серьезный будет, да? Так. Просто подожди, мы даже не дрались, понял? Дай open vault накинул. Хорошо. Стан алхимика, ГГ. Нейтралы убили. Осудительно. Эй. Ты чё? Опа-ча, опа-ча. Опа-ча, стан летит. Дай open vault. Душу. Продамажил. Продамажился Ганима. Хорошо. Понял, я тебя засунул и высунул. Засунул и высунул. Ой, хорошо. Хорошо. Так, смотри, короче, я пошел на базу, у меня почти есть. Или не, я пойду Эйнштов поколочу. Алхимик может наверх пока сделать ТП. На, ТПшку, на ТП, химик. Давай на топ вверх, быстро. ТП-шка сразу ацит ультимативная, быстренько за фармы в лес вот сюда. И это счищаешь тоже. Хорошо. У меня, в принципе, все готово. Искусство бесконтактного боя. Я сейчас приду. Одного крипа заберу и прихожу. Все, бегу. Я, блин, ультимейт случайно не качнул. А, так КД один тоже. Все, дэмэш такой заставит. Все, бегу. Химика пока ТПшки нету. Ну, так что? История, смысл таков, да? Че, вдвоем побежим? Да я, честно, не хочу вдвоем, потому что... Ну, гоу, я ТПхнусь на низ. Тоже. Аппарат-то запихнуть можно. Спасибо. Жучка побежал.
И... 8 секунд КП. Давай, на низ, если что, прилетай. Окей. Тут спектра настоящая рядом с тобой. Это настоящая. Уф. Разряд. Этот сработал, мжолнир. Мажор, мажолнир. О, нормально. Нормально. Так, я в принципе готов, Антох. О, ты где? А, ну, блин, ну я не буду тут юзать кнопки. Не вылазь, я кусну за ножку. Все, килл любого. One shot, one kill. Кто там в лесу сейчас, имбаварды вон стоят? Сейф, ну может там кто-то наверх пойдет фарм. Ну гоу, пройдемся. Не знаю, походи там. Ксен, в стриме жди очень много вопросов от меня. Опа. Поехали. Он сразу такой, но, такой, ну нафиг, да? Он такой сразу, ну нафиг, да? Откидываешь? Откидывай, он сейчас на ХГ зайдет. Гоу, задушим, задушим тут. А, у тебя стан не раскачан. Тогда не задушим, отходить надо. Ой, больно. Больно. Очень. Я ухожу на ТП. Успею. Отлично. У меня нету ТП. У тебя есть реген, этого достаточно. Это не отлично. А, да, точно. Осуждительно, осуждительно. Я на базе жду, короче. Хотя нет, 40 секунд я на базе сидеть не буду. Я побежал лес поколочу. Хорошо. Отлично. Можно с тиником так поделать. С тиником типа эффективнее тем, что он вылазит сразу, проказы жирные дают. Хорошо. У меня почти ульт есть. Че, вы там зарегенитесь и гол, да? Да. Тут стаки еще твои химиковские, вот эти, которые я оставлял. Вы как три мушкетера. Да мы хуже. Че, зафармишь? Иди там ацида швырнешь, тут много крипов. Я уже забыл про них. Где? Вот тут. Ацид. Ацид закинь. Антоха, подождем, тут сейчас подфармит. И гоу, побежим. Закидывай ацида в наглую. В лесу у них есть. Меня сейчас они убьют, да, походу, нет? Нет. Ой-ой. Че, скоро у тебя ульт будет, да? Все, юзай ульт. Поехали. Килл любого. А я в тебе. Да. Пистин. Вылазим и душим. Вообще. Слардар, иди сюда. Ты что, братец? Дал ему опенда. Не достаю. Нормально. Боже, что происходит? Нах, в три. Так нечестно, говорит. Ой, божечки. Появился. О. Че, душим? Иди сюда. Я почти за ногу его укусил. Стоять, милиция. Типа нашли, обезвредили, да? На меду фарм. Хочешь ТП юзай? Да. А, нету, да? У меня почти ульт есть. А, вот так смысл тут писать, подписывайтесь. Тут все же мои подписчики. Лол. Ну что, сделаем разбег снова базы? Да, почти есть. 20 секунд. И ТПшка почти есть на базу. Что ты хочешь от меня на тине? Я его забрал просто. Иди. Да. Антоха, ты где? Дайте три хилки, пожалуйста. Три хилки можно? На, забирай. Выложи. Поехали, килл любого, с нами тиник. Ты же знаешь, если килл любого, то... Меня забыли. У меня цель всегда. Не, мы тиника взяли. Ты все, не проплатила. Маршрутку. И все, и на базе. Ц.
Цукс, цукс. Что это значит? О, боже. О, смотри, стоит. Как это нагло выглядит. Меня не остановить? Да. Так, нормально. Есть ультимативная. Ну, агонимная. Блин, ультимейт так долго кадешится, жесть. Я тупо вакторин, короче. Чтоб ульты КД снизить. Я захилиться просто хочу. Так, ну 20 секунд. Шо, он за мной тини теперь ходит. Типа, бери меня с собой. Забери меня с собой. Это что? И алхимик бахает такой. Заключительное. Забери меня с собой. Прокати меня в баратруме. Отправлюсь за тобой. Заряжай чарж, командир. Командир! Да покажи цель. Чарж, заряжай. Заряжай чарж, командир. Мне кажется, надо уходить, а то страшно. Втроем стоите, пушите. Че там, инициаторов вроде нет, да? Нету, не-не-не, нету там ничего, не-не. Вы решили мид сломать? Аслардара, наверное, лучше. Или на СФ, по классике. Не вижу. Ладно, гол. На СФ можно вот так. Что произошло? Алхимик погиб. Как я понял? Вот я не могу понять. Ну, надо ультимейт нажимать. Алхимик там тоже в пылу умер. А он у меня... Смотри, черная такая эта стрелочка. Видел? Все, сиди, отдыхай. Я тебя подхилил чуть-чуть. Отлично. Самый дубовый Найкс в мире. Собрал лактарин. Как тогда гоним в 3? А вот видосы смотреть надо, которые я делаю. Не смотрит никто видосы вообще, всем плевать, что я делаю. Вот, ну серьезно, а потом задают вопрос. Не, ну вообще со мной кататься профитнее, я могу отсыть дать. Ну да. Ты чё, ютубер? Хен, это фейк. Так, ты что? Иди сюда. Кто у нас мясом должен выступить? Вон оно, мясо. Иди сюда. Кто чарджится будет, если я в тебе сижу? А он пусть прыгает. Мы просто вылезем. Пусть прыгает. Бум. Это просто бум. Бум просто. Найс. Логин Псукс умер. 21 ассист. Добрый вечер. Я Найкс, который сижу в персонажах. Ползу один раз фит. Зачем? 24 на 1 баратрум у нас. А потом будут писать, сыграй против Триборга. Сыграем. Так, что, дальше будем пушить или помучаем их еще? Не, помучаем, ты что, рано еще. Ах ты, дядя Женя. Что, думаешь, что ты, что дядя Женя на баратруме играет? Да, кстати, да. Что дядя Женя обычно отвечает? Ничего, он молчит. Ладно. Он полторушек насосется своих. Дядя Женя под сидром сидит, кайфует, понял, в доте. Ох, что дядя Женя. Но мы с ним созванились как-то в дисе, он такой ржачный тип. Он чисто, знаешь, соберется, чисто пивасом наберет и сидит. Либо стрим смотрит, либо участвует. Ну что, забирай кого-нибудь. Сейчас, кто там у нас ближе? Где? Кто у нас первый идет? Вон алхимик идет.
Сейчас, 6 секунд, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Поехали. Да отойди от меня. Мяу. Передаем за проезд. И Б пишет, Б. Вы смотрите, сколько эффектов сразу появляется. Смотри, как только я до него добегаю. Молния сразу, взрывы, кровавое месиво. О боже, это, ну это реально ржачно. Я не знаю. Ребят, пробуйте это со всеми скинтами. Это реально прикольная тема. Ну, конечно, у вас не будет такого мощного баратрума, как у нас сейчас был в катке. Но, тем не менее, это все равно пушечно. Смотри, что я могу сделать. Смотри. Не хватает. Не хватает золота. Я хотел Тинника высадить под колодцем и уйти. LGD пушит. О, боже.